Сегодня приличный ветерок. Это отличный повод, чтобы испытать мою обновку. Я пришла в ботанический сад Крымского федерального университета имени Вернадского. А обновка у меня вот в этом мешочке. Это на камерный микрофон. И сейчас я его водружу на фотокамеру. Снимаю заглушку. Надеваю микрофон. Колесиком фиксирую. Теперь нужно взять витой кабель. Вот этой пимпочкой, молоточком сюда. Ой! Шпак. А вот эту пимпочку сюда в отверстие сбоку. Специальное отверстие для микрофона. Все, вот теперь они должны хорошо работать. Сейчас попробуем. Репортаж из беседки. Идет телефон. Теперь у меня есть минимальный набор влогера. Малыш Canon M50 с сенсорным экраном, Wi-Fi, все дела. Маленький, компактный, для девочек просто отлично. На камерный микрофон Boya MM1 с насадкой против ветра. Плюс отличный бонус, в комплекте идет кабель, который можно подключить к смартфону. Пора приступать к испытаниям. В парке полно и зеленых растений, и цветущих. И круглый год можно что-нибудь интересное увидеть. Мне понравились необычного цвета подсолнухи. Я погуляла по розарию и сейчас отправлюсь к прудам. Каратовая аллея – одна из моих любимых в парке. Приставочек кавалер. Давай по пути в другое. По пути переключился на другое. Молодец. Хороший парень, да? Ты отказала вернуться к этой. А в прудах просто буйство нимфей. Всю эту красоту я снимаю заодно. Больше всего меня интересует, как микрофон фильтрует ветер. Достаточно сильный. Надеюсь, что в мой чудесный микрофон его не слышно. Ну вот, ходовые испытания микрофона проведены. Пойду домой смотреть результат. Но мне в любом случае нравится. Я такая вся модная.